Друзья, добрый день, подписчики мои, случайные зрители канала. Сегодня хочу показать, что случилось с прудом спустя сутки. Ровно сутки прошло с того момента, как я его запустил. Вот. Насос качает и поднял всю муть. То есть это муть. Это все зелененькое такое, да? Это все муть. Просто здесь неимоверное количество грязи. Вот, допустим, вот колготки сегодня я поставил. Они уже вон надулись как сильно. Хотя прошло вон, ну сколько это? Не знаю, часов 5. Просто очень много грязи. Вот так тут булькает. Я вот подумал, я, наверное, куплю еще один распылительный диск и поставлю его вот сюда, чтобы с двух сторон, с этой она бурлила и с этой стороны бурлила. Вот так работает, вот так водичка там сливается. Фильтр вот этот, сетка, это у меня, когда тот насос работал, я мог не прочищать эту сетку нейлоновую где-то, ну не знаю, 3-4 дня. То есть она там скапливалась. Здесь же каждый, вот я до двух ночи вчера ковырялся, я ее поставил днем, и вот в 2 ночи мне ее пришлось прочистить, и вот сегодня утром часов в 9 утра я ее еще раз прочищал. Вот сейчас я думаю, сейчас скоро еще буду прочищать. Я думаю, ближе к вечеру я на ночь я поменяю колготки новые. Вот эти новые колготки чистые поставлю. Да. И заодно промою сетку, потому что там уже грязи. Потому что у меня насос, он засасывает Евскиммер, да. Вот самодельный такой. И со дна берет. Насос мощный вот он. На 20 кубов. Вот такой вот он. Джибао. Я решил тоже взять Джибао, потому что у меня этот насос маленький. Он работает. Вот он. ОМЕ 20. Вот, зелененький. Ну, короче, он литров. Сколько у меня метр? Полтора. Ну, возьмем с запасом полтора, давайте. 15 кубов у него получается. 15 кубов его производительность. Ну, это больше, чем в 5 раз. Чем у меня это прошлый насос был. Там это что-то плавает. Вот. Из-за такой большой производительности, соответственно, вот там 5 дней я не менял, да, допустим, 5 дней я не менял здесь воду. И хватало. А здесь вот получается даже меньше, чем за сутки, за полдня уже полностью набивается. Я очень рад, что так она мутница, да, вот эту грязь поднимает. У меня вот там труба, она направлена как вот так по диагонали вниз. Вот так по диагонали вниз и вдоль стенки. И получается, вот она создает течение. Заодно вниз пробивает, поднимает муть. Муть засасывает нижний насос. Муть засасывает скиммер. Ну, остается только подождать, когда вот это все прочистится. И будет чисто. Еще чем хорошо то, что вот эту муть все поднимает, да. У меня когда включается озонатор, он эту, ну, с этой мутью хорошо перемешивается, ну, окисляет ее и делает, короче, свое дело. Что могу сказать? Вот с этой системой, да, вот я вот так сделал,
эти трубки зигзагами. Включается зонатор, и с открытой дверью здесь, в принципе, можно находиться, но безнапряжно. То есть чуть-чуть, еле-еле появляется запах, но как бы нормально, без всяких проблем, выдерживается то, что надо. Вот, так что вот такие вот дела у меня. Двигаемся вперед потихонечку. Все улучшения, улучшения делаем. Но вода прямо вот, не знаю, будет вам видно, нет? Прямо вот она, вся толща воды, она в мути. Прямо муть мутная. И вот это все, всю грязь, все засасывает фильтр. Я тут, не знаю, говорил, нет, это нейлоновый мешочек заказал 60 на 40. То есть 40 он в ширину и 60 в длину, в глубину, грубо говоря. Вот. Я его, наверное, поставлю сюда, на выход выход в пруд воды, чтобы она вообще тонко-тонко очищалась. А это 80-я пока здесь. Пока не станет идеально чистая вода, ну, нет смысла ставить ее более мелко, потому что она просто забиваться будет. Это-то забивается, 80-я, а там 100-я или какая-нибудь 120-я вообще будет. Вот такие вот дела. Просто решил показать вам то, что работает потихонечку. С этой системой с переливом буду немного думать, менять, ну как менять, доделывать, как бы так-то меня она устраивает, то что вот, ну, работает, но вот это вот постоянные скачки вот воды, я короче вот здесь сделаю вот так под 110-ю трубу отверстие, да, вот здесь соединю в трубу. И вот здесь соединю в трубу, и на зауженье на 50-ю трубу сделаю, и соединю с этой трубой, вот, которая идет отсюда, через тройник такой, через 45-й угол, просто соединю, или на 90 градусов соединю, без разницы. Вот, чтобы в случае чего, если здесь не работает, да, вот это вот, чтобы аварийный был перелив, а то вода вся выльется, и все. И будет очень плохо, потому что насос мощный, он этот пруд прокачает за пол. Ой, блин, чуть не упал. Он пруд этот прокачает, ну за сколько? Если здесь, допустим, даже 10 кубов взять все вместе, а у меня 15 производительности, то есть за полчаса он это все прокачает. Или не за полчаса, что-то я неправильно посчитал, наверное. Ну, минут за 45 прокачает. Вон. Муть поднимает рыбы. Плавают. И муть поднимает. Прямо капец муть. Ну ладно, сейчас в обед, наверное, тоже прочищу вот сейчас. И еще перед сном тоже прочищу, потому что что-то очень много грязи. Так, ну на этом пока все. Вроде бы новых изменений нету пока. Задавайте вопросы, комментируйте. Если есть какие-то пожелания, тоже оставьте, как усовершенствовать, улучшить систему. Сейчас я на днях буду думать, как сделать мне ультрафиолетовую лампу тоже. Поэтому будет много разных действий интересных. Все, всем пока.